Сегодня 9 августа, я наконец-то на Волге в Самаре. Вот закат такой вот оранжевый, красивый. А там пес белый, какой прелесть. Здесь красивее, чем в Монако. Вот есть площадка такая красивая, Соколиные горы, а там, наверное, дождик, который такая жара стоит, 35 градусов. Дождь не долетает до земли. Испаряется. Это Жигулевские ворота. Ну, дальше Жигули. Вот этот зелененький остров. Мы здесь в молодости отдыхали. И я с детьми отдыхала, приезжала. Самара. А там вдалеке город. И в ту сторону. В ту сторону Ульяновск. А где Жигулевские горы? В ту сторону. Наоборот, Ульяновск. А в ту сторону. Астрахань и кафе. Здесь вот такое кафе. Сейчас можно шашлык заказать. А там играют свадьбу. Была невеста, мы сейчас только видели. Красота отдыхать здесь. Это вертолетная площадка раньше, директор завода была. И вот бизнесмен сделал шикарную вещь. Ну, всем. Так, это я. Это я. Всем привет!